Всех приветствую, с вами Крабблон Геймс, это, друзья мои, 7 Days to Die, сезон летсплеев, и мы продолжаем. И у нас очередное задание. Так, ну-ка. Блин, мне бы нормальный дробовичок, этот дробовичок что-то перестал радовать меня в последнее время. Не знаю даже почему. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зомбики. Как-то вот как-то не наблюдается ваншотность, понимаете? Что вот меня раздосадовало немножечко. Я как бы делаю пуф, но результаты как бы не особо. Как всегда, нерабочий верстачок. Полезно. Надо бы, конечно, домой было вернуться и выгрузить все, но... Как-то не пошло. Так, а еще будут? Веселые зомбеки. Блин, надо поторопиться, иначе мы не успеем сдать. Наверное, не успеем сдать уже. Ё-перный театр. Идти же поднимать, да? Идти же пассатижи. Друзья мои, а какие вы знаете матозаменители? Неожиданно, да, этот вопрос, а? Подъехал из глубин сознания. Ну, так вот. Так, кто-нибудь? Ай, я, наверное, зря это сделал. Столько книжек, наверное, застререзал. Ну, как минимум одну полочку точно застререзал. Ой-ой-ой. Выходи, чудище зуморское. Биться будем. Вот стой. Я-то рассчитывал на сражение. Так, что такое? Полезно. Так, ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу. Так, ну-ка, пяу. Не попал. Пяу. Нормально. В смысле нет? Ты же это... Ну, ладно. Что-то я не обратил внимания, что он не крякнулся. Выходи! Ой, иди, твою мать. Опасный гусеночек-то. Так, ну ладно, этих там, допустим, на 0-то помножили, а дальше? Хоп-хей. Зомбяки, выходите. Без вас как-то скучно. Ух ты ж, побегать можно, смотри. Парам-парам-пам-парам-пам-парам. Это забавно могло быть. Возможно, еще и будет. Зомбик, здравствуй. Здравствуй, милый друг. В смысле? Это фуфел, что ли? Не понял. Ага. Ну да. Ну да, ну да. Так, полезно могло быть. Ну, видимо, нам сюда. Так, птичкера я больше не вижу. Ну и, как говорится, его проблемы. Нет. Ой-ой-ой. Неудачка-то какая. Так, что у нас здесь? Пробежируем спокойно. Так, нет, не успеем мы, да? Мадам, я втуть! Так, а вторая мадам где? Что-то они спешат куда-то. Знать бы куда. Так, что у нас здесь еще есть? Вяжи. Пудель, не кусай меня. Выходите, изверги. Дробуданчик. Надо же, я даже как-то попадаю. Удивительно и занимательно. Так, немножечко лутика. Ну, который мог бы быть толковым, но в данном случае обошлось опять. Что-нибудь может быть дико ценно? С чего бы это вдруг, да? Это началось бы. Так, ну допустим. Допустим, дробовичок. Нужен он нам? Нет. Это нам надо, остальное нет. Так, здесь тоже ничего полезного не вижу. Давай смотреть здесь.
Пулька семерочка. Хорошо. Семерочка это всегда прекрасно. Семерочка это занимательно. Так, что у нас еще есть? Водичка. Уходи. Это приходи. Так, значит, нам надо теперь забрать эту шляпу. Мы можем это? Ой, как неудачно-то сложилось. Хоп. Экстренный спуск. Так, нам нужно на первый этаж и найти эту шляпу. Где это? Где-то втуть. Так, а где мотоцикл? Пойду-ка я лучше в мотик все сложу для начала. Там что-то сложится, конечно. Полные кармашки, они такие. Гнетущие. Же как бы лутик идет, а шел бы он лесом, да, в этом случае. Потому что положить его явно некуда. Так, ну с учетом того, что сдать мы уже никак. И к торговцу тоже никак. Значит, мы как-никак едем домой. Совершенно определенно. Так, а у нас было еще одно задание, насколько я помню. 2,6 километра это где? А, это туда ниже, куда мы не ездили еще. Как раз у нас туда разведка-то и есть. Ну, сейчас домой заедем, тогда скинем шмотки и поедем именно туда. Let's go! Ну, в этот домик, как вы понимаете, сложно не зайти. Будет халява. Практически полная. Ой, книжек не положили. Ну, ладно. Это слишком просто. Будем надеяться, что разработчики как-то усложнят этот процесс, потому что, ну, это же из новеньких домиков, да, понимаете? Это же не старый домик. Хотелось бы, чтобы он был более опасный в забирании лутика, но выяснилось, что нет. Он приблизительно такой же, как и старые дома. Даже, пожалуй, попроще будет. Так, это нам надо брать, потому что... Ой, ой, я тут катаюсь-то кругами, а мне же надо это, огородики разурять-то. Мне ж картошечка нужна, надо уже начать соль собственным сельским хозяйством заниматься. Так, ну поехали. Зомбики, зомбики. Здравствуйте, злобные зомбики. Так, что тут? Кошелечек, ничего полезного. Да. Так, от киллера киль там бежит к нам. Сверху или снизу? Снизу, по-моему. Ну, снизу хорошо. Снизу это замечательно. Здравствуйте, мадам. Перестаньте, прекратите оказывать мне первую помощь. Она мне не нужна была до вашего прихода. Так, кто-то там еще шлепает лапками. Печальная история. Лучше бы он лапками не шлепал, да? Ну, короче, он где-то там застрял. Ждать мы его, естественно, не будем. У нас тактика простая. Забрал и ушел.
Ничего полезного, к сожалению, но тем не менее. Так, втихую тырим лутик, пока никто не заметил. Что-то у меня полные кармашки уже. Ну, сейчас по второму кругу, потом пойдем их добывать. Благо, мотоцикл у нас пока пустой, и сюда все это дело аккуратненько можно скинуть с чистой совестью. В принципе, с любой совестью, но тем не менее. Так, что у нас тут? И много-много ценного. Рандомий нам принес неожиданно, да? Хотелось бы так, но получилось как обычно. Так, ну вот теперь, короче, это... Сейчас мы будем в магию играть, смотрите. Где у нас тут шляпа была? Эх, не получится показать, да? Типа, абра-швабра-кадабра, земелька зарастает. Такой, пуф. Смотри, магия! Мэйджик, друзья мои. Всегда с вами. Так что, друзья мои, по окончанию, собственно говоря, летсплея не забывайте прожимать комментарии. А также лайчинские колокольчики. Очень полезная штука для развития канала. А то что-то я забыл про это дело призывать. Я такой, типа, лайки. Кажется, это... Оно как бы немножечко работает совокупно, а поодиночке как бы нет. Это такой, типа, оп, неожиданный вариант. Ну, как бы нет. Как бы точно нет. В общем, здравствуй, привет. Так, вылазим отсюда. И пойдем с чистой совестью. И чистыми кармашками. Так, подожди. Это мы можем сюда. Это тоже можем сюда. Это будет дополнительно денег стоить. Хоть что-то, хоть как-то, хоть где-то. Отлично, значит, мы такие оп-оп-оп. Все, у нас полные кармашки всего ненужного. Погнали. Так, идеально бы с дробовых патрончиков и продолжить бы. Патрончиков, правда, уже не осталось, и так... Яу. Яу. Так, все норм, все норм. Кто тут? Где тут? Кто там? И зачем-то? Так, раз, нить. Два, нить. И опять нить. Да как так-то? Братан, ты что, бронирован? А, я просто не попал, а? Мадам. Так, лутик где-то ниже, но это не страшно. Страшно, что я пульки не взял. Я выгрузировал все потрошки, к сожалению, себе. Неужели придется корячиться по-другому? Пожалуйста. Так, это что такое? Ага, курятинка. Ух ты ж. Вот этот неожиданный подарок. Вот это прям успешно, это прям хорошо, это прям нужно. Хотя, друзья мои, курение вас убивает, поэтому всячески категорически фу, просто бяку. Как там, курение вредит вашему здоровью? Так, что тут у нас? Денюшка. Ну, одна. Одинокая денюшка. Поэтому мы заберем ее в кармашек, чтобы она не скучала. Так, отлично. Здесь что у нас? Все вроде бы хорошо. Все вроде... Опа! По-моему, мы это готовить немножечко не умеем, но на будущее... Очень сильно освободился от боеприпасов, понимаете? От их пагубного влияния на мои кармашки. Но, по-моему, чересчур. Что у меня остались? У меня только семерок дофига. Всего остального так себе, скажем так. Вау, вау, синхронисты! Не попалось, как я не попал? Ловите пульку. Ну и как ты выйдешь из этого положения? Легко и непринужденно, да? Понятненько. Так, водичка, хоп.
Пяу. Вот, а пару раз я на эту штуку наступал, что было очень неприятно. И ты такой, что происходит? Особенно по первому времени на эти штучки нарываешься. Друзья мои, сколько из вас? И как часто вы на них нарываетесь? Разработчики вот здесь ее положили, конечно. Я так вот сейчас глаз на нее зацепился просто, что типа не должно ее быть внизу. Но так вообще можно влететь очень-очень серьезно. Как часто влетаете в прекрасные радостные минки, которые разработчики здесь раскидали повсюду? Так, надо же коллиматор сюда поставить, а у нас, по-моему, его нет. Так, ну что? К нам кто-то прибежал. А, так это хреновая стена, понятно. Ясненько, Так, а что-нибудь полезного вдруг неожиданно, чтобы такой прям... Опа, все наше. Ничего такого нет, к сожалению, ну ладно. Ух ты же, етишь-то, пассатижи, вот это неожиданно. Зомби где-то нашел мину. Мастер, очевидно. Так, где эти тут засады-то? Засадные друзья наши, где? Опа! Эмбрэй. Фига там. Опа, левел ап. Так, ну давайте рассуждать логично. Куда нам это можно затолкать? Так, по-хорошему можно бы было бахнуть, нифига себе, вот до сюда. Но у нас, по-моему, с Валерами-то сложно. Валер как бы нет. Поэтому по-хорошему это нехорошо. Так, при стрельбе из пистолета-пулемета это можно было бы, конечно. Пулемет у нас совсем не проапгрейжен, это прям беда-печаль. Давайте тогда этим, собственно говоря, и займемся. Типа, пистолет-пулемет это у нас... есть это вот первый уровень, там, единичка хоть как-то, а вот штурмовые винтовки у нас что-то совсем никак не развиты. Надо три. Ну, как раз хватает. Как раз хватает. Вот, уже получше. Четвертого уровня можем делать, да, у нас в основном выше. Потому что она у нас одна, но четвертого уровня можем себе пулемет сделать, по-моему. М60 у нас есть? Так-то, если вдруг неожиданно. М60, ну-ка. Чё за шлак? А, нить. Не могём. Тогда пока и не рыпаемся лапками, не шлепаем. Так, ну вот, собственно говоря, и выход. Из нашей прекрасной... Советую сразу отсюда забирать, потому что... А чё он тут лежит, да? Так, ну что, у нас задачка теперь простая, довольно-таки веселая. Дойти наш путь до конца и посмотреть, что здесь за города еще имеются. Поэтому мы туда сейчас аккуратненько и отправимся. У нас вон там же есть дорожка. Хотя вот здесь вот прям вот сюда, да, вот прям сдавать прям рядом. Но нет. Здравствуйте, товарищи зомбики. А мы зайдем, как говорится. Это прекрасный кладезь цемента. Просто здесь его миллиарды тонн практически. Так, мы здесь отметим его, что он цемент. Вообще не так, но тем не менее... Так, ну что у нас тут? Ничего толкового на самом деле нет, но тем не менее. Потому что этими маленькими пульками хрен накопишь чего-нибудь вообще. Их надо прям целенаправленно собирать долго и мучительно. Желания этого делать нет никакого абсолютно. Так, выбраться отсюда. Так, туманчик рассеялся, мы хоть что-то можем посмотреть здесь? Полезное. Так, это нам зачем вообще?
Доггер, здравствуй. Что-то Доггер задумался неожиданно, что это он. Так, среагировали бутятки. Жаль. Сейчас я обещаю попасть. Хоть куда-нибудь. Так, ну лутик, давай, выходи уже. Хорош прятаться. Так, ну еда нам, в принципе, пригодится какая-никакая. А вот никакая нам не пригодится, потому что никакой нам ровно и дали. Ну ладно. Что есть, то есть, как говорится. Так, друзья мои, ну и перед, собственно говоря, торговцем мы и закончим на сегодня. Огромнейшее спасибо, друзья мои, что пришли, лайкали, комментировали и смотрели. Не забывайте, друзья мои, оставлять комментарии. На этом, в принципе, все. Всем удачи, друзья мои, и до скорых встреч. Парам-парам-пам.